На днях мне исполнилось 18 лет. Теперь я могу пойти и проголосовать. Я сделаю это обязательно. Ведь у меня есть много планов на будущее. Получить хорошее образование, найти достойную работу. Хочу жить в стране, которая будет не циничной, у которой будет честная по отношению к простым людям. 4 марта я обязательно проголосую. Я сделаю первый шаг навстречу своим планам и своему будущему.